Перед тем, как начать работать с детектором, его нужно обучить, так как заводская маска дискриминации не позволяет находить нам вот такие вот российские медные монеты. Маска зарубежная была создана скорее для поиска на пляже. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Нам нужно убрать две черные зоны в маске дискриминации. То есть черная зона – это зона неприема цели. Белая зона – зона приема цели. То есть две вот этих черных масочки нам нужно сделать белыми. Заходим в меню. Выбираем маски дискриминации и режим редактировать. Мы попали в режим редактирования. И теперь, перемещая курсор, к черной области, нажимаем кнопочку «Да, нет» и, удерживая ее, удаляем все черные зоны маски. Все. Теперь нам надо маску сохранить. Нажимаем клавишу «Поиск» и дальше. Загрузить маску «Да» или «Нет». Естественно, мы выбираем «Да», говорим «Да». То есть мы загрузили маску, теперь маска у нас наша стандартная. Теперь эту маску желательно сохранить, чтобы в следующий раз ее не делать. Также входим в меню «Маски дискриминации», «Сохранить», говорим «Да» и в какую маску. Маска 1. Маска сохранена. Появилась дискетка на экране. Теперь мы можем пользоваться этой маской в любое время. Если даже мы выключили металлодетектор, все равно эта маска сохранится. Все, вы можете приступать к работе. Теперь детектор будет находить и украшения, и медные, и золотые, и серебряные монеты, в том числе и клады. Ваш детектор полностью готов к работе.